Величезний патріот свого міста, художник, в якого чи не найбільша кількість пейзажів, присвячених Катеринославу і Дніпру, і просто цікава особистість сьогодні у нас в студії. Отже, ми будемо спілкуватися з відомим дніпровським художником Михайлом Кубликом. Я вас вітаю, пане Михайло, в нашій студії. Ви вже асоціюєтеся з беретом, який у вас на голові, сьогодні ви теж з ним. А це частина вашого іміджу? Чому завжди так? Ну, ви знаєте, чому актори мають імідж, а чому художник не має імідж? Тобто ви собі так, а коли перший раз одягли берет? Та десь років 20 назад, або більше. Ну, як вже, коли мені вже сповнилось десь років 55, тоді я одяг. Ну, всьому своє час. Ну, вы знаете, вот что интересно, вот и когда вот как-то мне мысли со своим другом, с Мироненко Николаем Николаевичем, ну, он похож сильно на меня, все думают, что мы братья, ну, он в берете, я в берете. Когда мужчина подошел и сказал, вы знаете, приятно смотреть на вас, что вы следите за собой, что вы художники, да, говорю, мы художники. Это ваша визитка. Это имидж, а как же? Я зрозуміла. От, а завжди цікаво, як художники стають художниками. Ви з дитинства малювали? Ви розумієте, ви інтересний вопрос задали. Як-то я, значить, розмовляв з одним робочим, і він не розумів, що таке іскусство. Говорю, ти ким працюєш? Я от працюю токарем. По якому ти класу працюєш? По 12-му. Так от, говорю, от твоє ремесло, ремесло, коли ти працюєш. Значить, ну ти робиш це все по чертежам. А тепер давай я тобі дам ту ж саму болванку круглу металічну, виточи з неї красиву деталь. Это уже художник. Вот я этого не сделаю. То есть, и я молодежи говорю, что художником надо родиться. Я не могу вас научить быть художником. Тобто ви з дитинства так малювали? Это только от Бога. Ну, вы знаете, у меня мама до войны была, ходила в какую-то художественную школу, потом война, разруха. Но она так, я помню, она там коней рисовала. И это, конечно, пошло от нее. У меня и брат-близнец художник был. Здесь я фотографии принес. И, значит, сейчас вот я приглашаю наших зрителей 14 ноября в 16:00 в нашем художественном музее областном Шевченко 21 откроется уникальная выставка «Братья Близнецов Михайла і Николая Кубліка». Такої виставки при житті у нас не було. Ага, я так розумію, що його вже немає. І ви ну, він трагічно погиб в 2005 году. Тобто в 1995 году трагічно погиб, звісно, це художник був від Бога. Ага, тобто два брати, близнюки? Близнеці, ну я мирової культури, я не зустрічав, щоб були близнеці художниками. А чи збереглись ваші перші малюнки? От, там, одні з перших, ви знаєте, дитячі? Нет, кое-что, понимаете, вот післявоєнне покоління, ми дети любви. Любовью дают, понимаете, значит, сексом наслаждаются, да, а любовью дают жизнь. И вот мне один человек сказал, понимаете, мы дети любви. И вот послевоенное мое поколение, это очень талантливые люди, очень талантливые люди. Это от Бога все идет. И вот плеяда вот фронтовиков, которые вернулись после войны. А чому так говорити, дуже талановиті люди? Або талановиті, або ні, мені здається, так. Ну, ви розумієте, талант різний буває. Так нельзя сказати, що є. Тобто виходить так, що післявоєнні діти, ну, люди, вони всупереч, можливо, так? От, я би так не сказав. Чому? Тому що, ви розумієте, от, коли ми ходили в студію, це дитяча художня школа, і за студією у мене, мы, значит, мы думали, что вот наши вот это ученические работы, это дидактический процесс, это все еще впереди. Но когда ко мне, значит, мой кум приехал, поднял мои там 4 этюда, мне было 15 лет, и он смотрит, и я смотрю на эти работы. Я говорю, Коля, ты так напишешь? Он говорит, нет. В духе голландских мастеров. И, конечно, и я, и мое поколение жалеем, что мы не сохранили свои студенческие работы, ученические, студенческие, потому что это уже музейный уровень. Они отличаются, конечно. Они, возможно, дещо наивні такие. Ну, інші кольори, мне кажется, так? Да вы знаете, вот я, значит, когда встретил ректора Санкт-Петербургской академии художеств, ну, понятно, что в этом институте мы учились вместе в свое время, я у него спросил, вот нам 20, и пацанам 20, это был 96-97 год. Так он ответил, что мы были на порядок выше. То есть вот нам 20 лет, ну 18-17. Такое поколение было. Да, такое поколение талантливое. Величезна кількість ваших картин присвячена нашому місту. Ви дуже любите, завзятий ви такий патріот нашого міста. І багато пейзажів, і
Ну, вас навіть називають співаком краси рідного міста, знаєте, і знаходите там, де ніхто не знаходить ту красу, а вам воно красиве, ви малюєте, і дійсно потім дивишся, і дуже гарно. Ви знаєте, коли мені і моєму брату-близнецу сповнилося 18 років, ми поступили в інститут в Петербурзі, в Ленинграді тоді. І моя вже юність пройшла там. Я очень любил Эрмитаж. Общежитие было рядом. Значит, да. Я отдыхал в Эрмитаже, я его наизусть знал. Потому что если первый раз попадешь в Эрмитаж, просто заблудишься там. Значит, это я вырос на культуре, на российской культуре. Это, значит, Эрмитаж, Петродворец, Петергоф, эти сады, белые ночи. Ну, так славилось, понимаете. Но, отслужив армию, уже обзаведясь 7-й, я вернулся в наш город. Мне уже было сколько? 28 лет. Ну, пока институт, пока армия, становление. Ну, обычно так, 26-28, это были молодые специалисты. И для себя я город открыл впервые. Ведь чем красиво... Это повернення вже, да, так? Да. Ну, потому что у меня не получалось по-другому. Значит... Летом мы ехали зарабатывать деньги в колхозы, писали, порткабинеты делали. Ну, так, я... И тут раптом приезжаете? Да, и приезжаю, и первое, на что я обратил внимание, вот я пошел за дом книги и увидел, значит, крыши старого города. Это минора еврейская стоит там, да. И вот эти вот крыши. Я первую картину написал. Там большая историческая ценность, потому что... Назвала крыши, да? Да, крыши. Вот, знаете, они такие цветные, они живописные. И я с этого времени начал писать старые дворики. А ведь чем прекрасен наш город? Когда Поль, значит, добился создания в Екатеринославе Брянского завода, так. То, значит, стали выплавлять сталь. И наш город стал быстро богатеть, жиреть. Там были это первоклассные, потому современные мартеновские печи. Значит, и ведущие архитекторы французские, вообще европейские, строили наш город. Они его построили за 30 лет. Это был один из красивейших городов Европы. И вот когда в 90-е годы приезжала француженка, с ней встречался, так, значит, она аж дала мне, значит, фотографии. Ну, тогда был редкий цифровой этот фотоаппарат у нее, цифровик, и она сняла все вот эти окна, двери, капители, потому что это делали французские архитекторы. Но, к сожалению, время не сохранило, и очень большое, и, к сожалению, сегодня наш старый Екатеринслав безжалостно разрушают и разрушили. А багато ж робіт ваших, на них зображений Екатеринослав і Дніпро, ну, Дніпропетровськ, да. Дніпро тепер, якого вже немає. Ну, правильно, потому что время течет, ведь чем красивый наш вот Екатеринослав? Это красный кирпич, красный, а здесь в балках, в аптекарской, красноповстанческой балке выпекали кирпич. Это рядом. И донецкий уголь. И его быстро, значит, качественный уголь, ведущие архитекторы его быстро построили. И вот чем он был красивый? Этот красный кирпич, а ведь у нас очень красиво цветет абрикоса. Вот это осеннее цветение. Она лимонная, она цветет лимоном. А вишня, понимаете, она такая малиновая, сверху она изумрудная, внутри она желтая и лимонная. Вот, а груша, ну, я зараз, как поэт, да, рассказываю. А груша, она настолько, она розовая, она малиновая. И вот сочетание вот красного кирпича, белых мазанок, этих деревьев, и где-то у меня больше 100 работ посвящены, значит, написанные с натуры, те работы, которые здесь я вам принес, они написаны с натуры. И сегодня они представляют не только большую художественную ценность, но и историческую ценность. Тобто можна вивчати, яким було наше місто колись. Так? Да. І це, ну, як такий, ну, це залишиться нашим нащадкам. Ну, ви розумієте, ведь я, коли приїхав, значить, в 76-му році вернувся в наш город, перше, що я зробив, я пішов в історичний музей і в архів, підняв архівні документи. І в 1910 році була всеросійська промисловість ярмарка в парке Глобы. Знаете? Так. И вот они подняли фотографию 1854 года. Говорят, это старый Екатеринослав. А я спустя где-то 90 лет смотрю на них, как на динозавров. Только один динозавров старше, другой меньше. То есть время течет. Ну, оце історичні пейзажі, це ж один з напрямків ваших. Да, конечно. Тобто ви відтворюєте історичні події. От, наприклад, вулиця Барикадна. Ну, да. Мало хто знає, чому вона так називається. Ну, а ви ж відтворили тоді у цій повстанській... Там в 95-му році вийшли студенти на протест, понимаете, їм поліція приказала розійтись. Ну, погибло, там їх розстріляли просто, вони розбіжались, і все, там ніякого робочого руху не було. Це вже потія. Але ви відтворили на Да, я написав це событие. Ну, конечно, мені
это волнует. И вы знаете, ведь у меня еще очень большая коллекция фотографий по старому городу. Ведь у нас есть и аптекарская балка, и шляхетская, то есть и аптекарская, и шляхетская балка есть, и красноповстанческая, ведь наш город стоит на трьох холмах. От я знаю, що вас ця тема дуже цікавить, і що, можливо, ви присвятите ну, наступну... Ви знаєте, я, значить, сейчас вот я завершив, значить, Грузію, я написав где-то штук 60 картин, посвящених Грузії, Сванетія. Я от только, значить, 5 сентября вернувся из Сванетії уже це на Україну. Це не перший раз туди да, третій раз їздили, я мандруєте. Сейчас, значить, я хочу продовжити тему «Зруйнований Донбас». Я виїжджав. До речі, ви ж вже і виїздили. Да, я три рази їздив туди на лінію фронту, зустрічався з цими мальчишками, з пацанами, я говорив з ними. Ну, я десь вже около 30 тематичних картин написав по цій темі. Зараз ще хочу додати. Ну, где-то штук 40-50 написать, и то чему завершить. То есть, это теж історичні да, такі події. Я концептуальний факти. Художник. І я люблю взяти какую-то тему и значить, сделать где-то 60-70 произведений. Но у меня большая коллекция собрана фотографий сегодня. Очень большой помощник для художника – это цифровое фото. Оно дает мне и цвет, и пластику. И... Тобто ви спочатку фотографуєте? Ну, раньше я писал этюды, но сегодня я уже пришел лучше сделать просто цветную фотографию. Ну почему фотографию? Потому что мне дочь моя говорит, папа, у тебя каждая фотография – это картина. Я говорю, доченька, я только тогда на кнопку надавлю, когда я в этом в пейзаже увижу будущую картину. Ага. Я этого так не сделаю, понимаете? Это поэтому, значит, я сейчас хочу в следующем году, значит, ну, уже продолжить тему старого Екатеринослава. Ведь у нас еще и арки. Если вы обратите внимание, вот арка есть, ведь старый Екатеринослав это вот два... Вот эти арки, какие в будинках да. Прям, так? Вот ну да, в будинку. А там дворик идет. Так. И они такие интересные, такие все кстати, разные. Да. Багато есть голуби и голубятни, голубятни. То есть у меня целая такая тема. И я, конечно, хочу перевести еще в размер, ну, где-то, если удастся, штук 100 написать, потому что они, опять же, представляют большую историческую ценность. Грядущее поколение будет с интересом смотреть. Ну, вы такой плідний художник, у вас багато робот. Ну, и все вони великого розміру. От ви такий максималіст, чи ви такий монументалізм у вас? Мініатюр же взагалі немає. Є ще мініатюри. А, а як же? Ну, взагалі приходите в мастерскую. Величезні розміри. Нет, у мене дуже маленькі роботи є. Ага. Где-то 5 на 10 мініатюри. Я такі і писав. Але ви їх не виставляєте? Ну, розумієте, ну, просто ось зараз 14 ноября, відкриється в музеї виставка братів Близнецов. І я там, значить, виставлю роботи брата Ніколая Кубліка, где-то робот 40, тому що більше не вмістить, а где-то робот 30 своїх. Но я виставлю тільки ті роботи, які я писав до 95-го року. Многі з них я взагалі не виставляв. Це вперше буде? Да. Ну, розумієте, я говорю молодежі так. То, що ви повинні написати сьогодні, ви должны написать сегодня. Если вы не будете это писать сегодня, то значит, то у вас не будет творческого наследия. Вы потеряете время. А ну, мы же бачення не... буде інше да. Завтра. И видите, мне сын подошел, папа, вот тут, что ты так не пишешь, там какой-то 80-й год. Значит, это, ну, это классика, классическая работа по Екатеринославу. Так, Славик, уже говорю, 2019 год, 18-й год. 20-й, да, на... все, изменилось, на... все. Конечно, я меняюсь, но я люблю работать. Вот задумал, допустим, сучасний український натюрморт. І у мене штук 100 вже стоїть. От скажіть, от коли ви дивитесь на свої роботи, там, коли вам було 20 років, потім 40, потім там 60, от вам який період більше нравиться? А ви знаєте, ну як вам сказати? Якщо ну, професіональне іскусство, то воно хороше. Мені як-то от сестра приїхала, брат, чого у тебе стільки роботи, а в квартирі ніодної роботи не висить? Это действительно не одно. Это я взял там штук 30 их и развесил. Так они уже сколько, 5 лет висят. Это мои работы. И мне их не хочется снимать. Потому что если это профессиональное высокое искусство, то оно вечное. Понимаете, вечное. Ну вы взагалі людина самокритична? Ну а как же. То есть я спокойно отношусь к критике.
Я и наоборот, я иногда, вот, ну, у нас там есть такой Куделин моих художников, и Мироненко приглашает художников. И, значит, говорю, вот, что, как-то вот, если не получается что-то, говорю, Коля, что у меня так не получается в этой работе? Так ты, говорю, вот это убери. Ну, только самодостатня людина может спокойно ну, конечно, если, ну, конструктивная критика, а не так, что вот ты бездарность, ты ничего не можешь, и такое бывает, понимаете, что, ну, оно просто как, ну, как, ну, как это... Неприємно, але так. Ну, ну це не серйозно. Не так, з... да. Так. От ви мандрували Грузією, так? У вас же ж дружина... Ну, дружина у мене, значить, ну, інтересна життя моєї жені досталась, тому що родителі, родину і внешність ми не вибираємо. Отец у него был тяжело ранен, а он армянин, его отправили в Грузию, там я сестра его выходила, он умирал. Ну, они создали семью. Поэтому у моей жены был отец армянин чистокровный, а мама чистокровная грузинка. Вот. Да. И тому вам цікава ця країна. Да, и поэтому я поехал, значит, в 16-м году я выехал, значит, в Грузию, в Слонете попал, значит, в семью грузину, там меня хорошо встретили. Вот такие відчуття было в цій країні? Вот так... Як ви комфортно ви себе відчували там? Ну, в принципі, да. Ну, і як ви картини там створювались? Писали, що ви там? Ну, я, значить, я там написав 30 чудов. 30 чудов. Я там прожив десь днів 25. Грузини мене хорошо встретили. Ну, вони значить, ж такі худоні... дуже радушні. Да, я, значить, оставив там же, я таксі, ну, чоловіка, який мене вез, говорю, отвези мене к художнику. Почему? Потому что мы с ним общие. Да. Он, значит, привез меня к этому в семью, где художники есть. Я ему кисти, краски, потом ему все оставил, потому что для него это дефицит. И, значит, собрал этюдный материал и, значит, сделал, значит, 4 выставки, посвященные Грузии. У меня сейчас в коллекции находится уникальная, опять же, работа, потому что, значит, вот только лет 10 назад, как эти Сванские башни восстановили, Саакашвили добил свои ЮНЕСКО деньги, и сейчас, значит, в Грузии происходит туристический бум. Зелений туризм йде. Ну, в основному молодь приїжджає. Ну, добре. А от вас що вразило там? От коли ви потрапили вперше в Грузію і взагалі, можливо, ну, за Путін щось значит, таке побачили? Я коли второй раз поїхав, значит, там у них є унікальна деревня, це Ужгулі. Це 3500 кілометрів над рівнем моря. Це унікальне явление, ведь что такое башни сванские? Они крепостные стены строить не могли, потому что все грузины живут вдоль реки. Там, где есть долины, где есть пастбища, где можно коров держать. А вот почему они там живут? Там очень хорошие пастбища. И у них так башня, это первый этаж у них животные, второй этаж они живут, а все выше, это, значит, все это как крепостное сооружение. Вот башни вот так вот идут, по две, по три, а вот Ужгули там компактно они стоят. Ну, здесь у меня фотографии есть. И, конечно, это потрясающе, когда вот такие башни, вот эти как глыбы, как скалы стоят. И, конечно, там сейчас это туристический бум идет. Ну, от всі ваші картини ви використовуєте, як правило, яскраві, насичені кольори, так? Ну, як правило. Ну, майже. Ну, понимаете, дело в том, что ведь каждому художнику дан диапазон звучания, цвета и тона. Оце ж ви ж сказали, що музикантам для музиканта звук, а для художника колір. Так, от і тон ще. І тон. І завдяки цим кольорам ви можете свої емоції висловлювати, ну, через ну, картини. Знаете, от судячи з цих кольорів, я ще хочу сказати, що так здається, що ви дуже темпераментна людина. Да, вы знаете, я эмоциональный человек. Ну, какой есть, вы знаете. И вы знаете, вот самая большая была похвала у меня, значит, когда вот 27-го у грузин, это день независимости Грузии в прошлом году, значит, там я выставку сделал, праздник у них был, и подошел 12-летний мальчик и сказал мне, дедушка, это ваши картины? Я говорю, да, мои, внучек. Вы знаете, у вас такие красивые картины, на которые невозможно не смотреть. Это самая высшая похвала моего творчества, потому что ребенок, он откровенный, чистый. Ну, что я мог ребенку ответить? Так, говорю, это наша планета Земля красивая. И Сахара красивая, и тундра красивая. По-своему да, все да. Красивые. Конечно, везде своя красота, и некрасивых мест на планете нет. А дитину не обманешь. А ти ну ж не обманеш. Окрім того, що ви завзятий патріот рідного міста, ви ще і українець такий завзятий, патріот України, і намагаєтесь мандрувати, і пропагандувати все українське, Україну, показувати, яка вона красива, так? Але ж ви ще і їздите багато Україною, і збираєте от все цікаве, що є в Україні, наприклад, ті ж самі замки, фортеці, так? У вас є серія. Ну, а как же? У мене, значить, велика колекція, десь
около сотни работ. Вообще-то я задумал, когда его, значит, жена у меня, к сожалению, в 2002 году умерла, и я детям сказал, что дайте мне, говорю, остаток жизни посвятить творчеству. У меня с детьми все в порядке, с сыном и дочерью. Да, и, значит, первое, что я сделал, поехал в Каменец-Подольск. Там я в семье устроился в одной. Значит, я обычно в семьях устраиваюсь, потому что мне все равно кому деньги платить за жилье. Но в семье лучше жить, чем в гостинице. Так, так. Там была бабушка, она была, это участница УПА, рассказывала, как это Кремль коммунизм насаждал. Ну, это страшные вещи. И, значит, с этого времени я стал писать «Сакральную Украину». Вы знаете, настолько красивая цикл Украина. Картин, да, называется «Сакральная Украина». Да, «Сакральная», ну, здесь вот каталог так, у меня так. есть, да. Вот этот каталог, да. Вот «Сакральная Украина». Значит, я объехал, значит, ну, такие самые, знаете, значительные места. Значит, ведь когда Киевская Русь в 1998 году приняла христианство, то с этого времени стали строить храмы. Но где-то в 11-12 веке их стали делать из камня. Ну, там, где храм, там и крепость. Ну, так сложилось исторически. И то, что вот дошло до нас, понимаете, это, конечно, удивительная красота, но она сохранилась в основном на Западной Украине. Потому что там только в 39-м, значит, году пришел коммунизм. Ну, там радянские И, конечно, большая коллекция. Я, в общем-то, задумал сначала сделать такую Россию, Украина, Белоруссия. Кстати, это у меня эта коллекция, у меня где-то 150 работ есть. Дуже красиво. В 13-м году я съездил, значит, в Москву, договорился с нашим посольством о проведении такой масштабной выставки. Значит, Украина, Белоруссия, Россия. Ну, вы знаете, началась агрессия России. Эта тема у меня так сейчас осталась, не востребована. Но она уже есть. Конечно, наша Украина – это уникальная вещь с ее замками, этими храмами, святынями. И, конечно, такая большая коллекция, и я эту тему еще продолжу. Но вы знаете, она настолько красивая, что мне просто не хватит времени, чтобы написать. Но сейчас у меня, я сейчас хочу этот закатованный Донбасс, заруинованный, завершить тему. Потом я очень хочу еще год, потому что мне уже 72 года будет, а мне надо где-то года, ну хотя бы минимум год или полтора, завершить тему по Екатеринославу. По рідному місту, так? Да, по історичних цих подіях, що відбувалось в нашому місті, як взагалі він виглядав. Хочу вас ще запитати, от вас же виключили з Союзу художників, так? Оця історія така, вона... Ну, ви знаєте, дело в тому, що... здається, так? Як ви це сприйняли? Тобто ви очікували все це? Чи образили, розсердило, чи спокійно відносили? Проблема вся в чому? Що, ви знаєте, яка б не була совєтська власть, але о своєму совєтському іскусстві вона безпокоїлася. Вона його в хитрій формі за счет бюджету фінансувала. І я завжди говорю, що за роки совєтської власті совєтськими художниками створено величайше произведення мирової культури, які вже вийшли в антологію, розумієте, на рівні епохи Возрождения. Но а когда... зараз деякий безлад, я так розумію. От приходять люди, які... Ні, ну, діло в тому, воно було здоровим іскусством. Время-то вже пройшло 30 років. Ми кого писали? Робочих, крестьян. Ми писали то время, которое було. Я писав дворики, я не портретист. Художники писали портрети, брат писав тематичні картини. А чому так сталося, що вас виключило? Но діло в тому, що... Мы были монополистами в Советском Союзе на живопись. И нас за счет бюджета, за счет того, что мы все предприятия могли только через фонд заказывать работы, платить деньги нам. Но когда фонд «Союз» развалился, фонда не стало, работы не стало, картина стала товаром. А я всю жизнь только за счет создания произведений искусства жил и всегда говорю художникам, что если вы не добьетесь покупаемости своих работ, то тогда для вас живопись будет не профессия, а хобби. А хобби – это не профессия, это деградация. Такие художники у нас есть, которые деградировали. Понимаете? Поэтому я стал добиваться того, что давайте, говорю, продавать картины. И все время в Союзе художников от нашего правления, которое уже 30 лет там сидит, сначала одно. Мы творческая организация, мы этим заниматься не можем. Я говорю, а как? Салон у нас забрали, за него я воевал. Что, давайте что-то делать. Тобто ви виявилися такою людиною, яка, ну... Говорила те, що вони не хотіли слухати, не хотіли це. І так, я так розумію, що проблема в тому, що ви можете лишитися своєї майстерні. Да, ви розумієте, сьогодні, значить, якщо Союз художників, наше відділення було таким мощнішою організацією в совєтське час, то зараз нам просто деградувало. Картини ніхто не купує. И нигде не продают, и невозможно продать. Но я же не могу одновременно, художник не может одновременно. І писати картини, і продавати. Ну, звичайно, це ну, мають займатися люди, які... От совєтської власті нам достались творчі мастерські. У мене мастерська 70 квадратних метрів. Видите, картини, рами. Це ж я все своїми руками роблю.
сьогодні тюбик краски стоїть 100 гривень, а то і 200. А, до речі, от у ваші картини вообще є, ну, попит, звертаються до вас там колекціонери? Ви знаєте, к сожалению, з усього світу там, ну, хочете? К сожалению, понимаете, наші новоріші серед картин не виростали, в наследство їх не получали. Советская власть не допускала коллекции картины, потому что если будет коллекция картин, рано или... Добре, но это уже 28 лет, уже немає радянского... Нет такого, понимаете, понятия. Строю. Значит, ну, у нас есть очень редкие коллекционеры, хотя художники у нас, мы так вот посчитали с художниками, что у нас последняя плеяда советских художников. И, к сожалению, наши банкиры, промышленники, капиталисты, миллионеры не понимают, что самое дорогое... Мае прийти до цього, да, люди, самое дорогое искусство востребовано, это будет искусство советских художников. Это, вот, понимаете, 73 года советская власть существовала, и потом и не стала. А искусство осталось. Когда вот что интересно, меня, значит, в 91 году, ну, я ездил в Москву продавать картины, так мне эти галерейщики сказали: привези нам картину с товарищем Сталиным, только оригинал. Мы тебе выложим от 10 до 50 тысяч долларов за нее, только оригинал, написанный до 53 года. То есть стала историей. И вот сегодня, когда вот наступит следующее поколение, 50-й год, значит, самые востребованные и самые дорогие будут картины советских художников. И тот, кто соберет лето. Картины советских художников, сделает солидное капиталовложение. Десятки тысяч долларов будет стоить. Дуже вам дякую. Не про все ми поговорили. На жаль, ви ще й колекціонер, збираєте старовинні побутові речі. Так, є у мене самовари, глечики, макітри. Дуже ви цікава особистість. Я бажаю вам, щоб все це, оці питання вас не турбували і не заважали вам творити і створювати цікаві роботи. І бажаю вам натхнення, здоров'я і чекаємо від вас цікавих робіт. Дуже дякую, що сьогодні прийшли до нас. А вам нагадаю, що ми спілкувалися з відомим дніпровським художником Михайлом Кубликом, патріотом нашого міста і патріотом України. Дякую за увагу. Хай щастить.